Сирийские правительственные войска сделали важный шаг на пути к установлению полного контроля над всеми ключевыми городами в окрестностях Алеппо, наиболее развитого города Арабской Республики. При поддержке народного ополчения они освободили населенный пункт Кфейн, выбив оттуда террористов из группировки Джибхат ан-Нусра, которая так же, как ИГИЛ, запрещена в нашей стране. Саперы приступили к разминированию улиц и домов. Еще немного, и вооруженные группировки, которые удерживают восточные районы густонаселенного Алеппо, окажутся отрезанными от своих баз. Его западная часть сейчас под защитой сирийской армии. Ее ряды, кстати, пополняет все больше добровольцев. В этом убедилась съемочная группа Первого канала, побывавшая в Латакии. Когда в Сирии началась война, эту недостроенную автомастерскую отдали военным. Теперь здесь постоянно проходят тренировки для тех, кто пришел сюда и записался добровольцем в сирийскую армию. Этот сборный пункт находится в самом центре Латакии, и набор здесь производится раз в несколько недель. Несмотря на то, что сирийская армия нуждается в пополнении, берут не всех. Основные ограничения по возрасту и здоровью. После проведения очередного набора в эту школу подготовки записали 150 добровольцев. И около 30 человек отсеяли. Не брали тех, кому больше 60 лет. Риясу Филяху, ему 59, тоже сначала хотели отказать, но он настоял на своем. Чем больше людей запишется в армию, тем скорее мы закончим эту войну. Сирия – моя родина, которую я хочу защищать. У меня уже воюют племянник и младший брат. Вот и я решил записаться в добровольцы. Хусаму Идину чуть больше 30 лет. По профессии он инженер, работал в городской управе. Говорит, что до подготовки в этой школе оружие никогда в руках не держал. Последние месяцы на фронте многое изменилось. Раньше мы только отступали и оборонялись, а теперь наша армия освобождает все новые и новые города. Я решил, хватит отсиживаться за конторским столом. Я ведь тоже могу приносить пользу. Так сейчас думают многие в Сирии, поэтому желающих записаться в армию стало гораздо больше. Если раньше после объявления о новом наборе требовались недели, чтобы собрать необходимое количество добровольцев, то теперь лишь несколько дней. В этой войне наступил долгожданный перелом, но этого бы не произошло без поддержки российской авиации. Ваши бомбовые удары нанесли серьезный урон боевикам. Уничтожены многие склады с вооружением и горючим. Врагу все сложнее держать оборону. Перед отправкой в армию эти добровольцы сдавали экзамены по боевой подготовке. Разбор оружия и его сбор. И главный экзамен – учебное предотвращение терактов и задержание террористов. Ведь эта группа добровольцев будет служить на блокпостах в освобожденных городах провинции Латакия, где постепенно налаживается мирная жизнь. Но пока существует угроза нападения боевиков. Александр Бутухов, Юрий Шолмов и Гурам Разилов. Первый канал. Сирия.